Ночное дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Аскарова и Мангильдина. В результате столкновения повреждены два автомобиля. Обе Мазды зеленого и серого цветов. По словам очевидцев, обе машины двигались по Аскарова навстречу друг другу. На перекрестке автовладелец зеленой Мазды, который двигался в сторону проспекта Республики, попытался совершить маневр влево, не уступив встречную полосу серебристой Мазде. В этот момент и произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения никто из людей не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Неподчинение инспекторам дорожно-патрульной службы и отказ от прохождения теста на алкоголь привели к тому, что ВАЗ 14 модели был водворен на штрафную стоянку. Автовладельцу выписан административный штраф на круглую сумму. Правда, у водителя ВАЗа есть своя версия. Я стоял на улице, и меня забрали инспекторы полиции. Да, машина моя, но я ей не управлял. А пил ли я или нет, они если мне нальют, то я выпью и раскаюсь в содеянном. И если бы меня задержали при управлении авто, то я бы прошел медицинское освидетельствование. А так я отказываюсь от данной процедуры. На WhatsApp-мессенджер программы экстренного вызова поступило видеосообщение от телезрителя. По словам автора видеоролика, накануне в микрорайоне Самал двигался внедорожник Lexus RX300, из открытого люка которого по пояс вылез подросток. Видео было отправлено в правоохранительные органы. В результате нескольких часов полицейским удалось выяснить владельца Lexus'а и выписать административный протокол. По всей видимости, теперь водитель, в чьей машине произошло такое нарушение, выплатит внушительный штраф.